Всем привет! Сегодня сделаю поплавок на карасика и разловим его. Поплавок буду делать из бальзы, которую покупал за копейки в Алиэкспрессе. Ширина бруска 2,5 см. Длину отмечаю 90 мм и отрезаю. Беру бамбуковую шпажку. Посередине бруска вращательными движениями вдавливаю ее в древесину. Примерно на пару сантиметров. Выкручиваю, перевертаю брусок и делаю так же с другой стороны. Затем зажимаю шпажку в шуруповерт и на медленных оборотах вворачиваю в бальзу. Шпажка прошла по правильному направлению. Строгаю приблизительную форму поплавка, которую хочу сделать. Зажимаю шуруповерт, второй конец шпажки завожу в угольник с отверстием и на высоких оборотах крупной наждачной бумагой произвожу доводку. Работаю в респираторе, без него нельзя. И финишная обработка наждачной бумагой 1500 грит. Окрашивать поплавки я буду флуоресцентными красками декола на водной основе. Первый слой будет флуоресцентное белое. Включаю шуруповерт на медленных оборотах и произвожу покраску. Сушу феном и накладываю еще два слоя. В конце шлифую мелкой наждачкой. Поверх белой основы произвожу покраску остальными цветами. Избавляюсь от торчащей шпажки вверху. Финишное покрытие будет эпоксидная смола повышенной твердости. Я ей покрываю самодельные воблера. Отмеряю один к одному. На шуруповерте зажимаю резинку, чтобы он сам вращался.
І так ставлю на 2 часа поплавок вращатися. Потім ще оставляю на 10 часов, щоб смола окрепла. Сделаю крепление на поплавке. В торце делаю небольшой паз. Замешаю каплю 5-минутной бокситки. Промазываю паз и в него заведу одно колечко от вертлюжка. Наши любимые крючки на карася Кайзу от Гюрза 7 номера. В этом году хочу попробовать гамакатсу F22 12 номера. Их очень хвалят. Форма у них схожа. Уже как несколько лет вместо лески я использую флюорокарбон. С ним поклевок больше в разы. Отмеряю 1 метр 0,16 флюорокарбона. Одеваю резиновый стопорок. Завожу грузик каплю. Одеваю еще один стопорок. Между стопорками скользящее грузило. На обеих концах поводка вяжу петлю узлом восьмерка. На 0,12 флюорокарбоне вяжу крючок. Все узлы смачиваю. Отмеряю 20 сантиметров и вяжу петлю. Затем одеваю поводок к основному методом петля в петлю. На основную леску или нить от удилища одеваю стопорок. Следом одеваю поплавок. Фиксирую стопорком. Затем нить креплю к оснастке с грузилом и крючком. Поплавок свободно скользит по шнуру, а при желании можно сделать глухим, сдвинув стопорки. И также самой огрузкой. Настрою огрузку поплавка. Немного перебор. Грузила чуть пообкусываю свинца. Вот так другое дело. Ну и подпасок 0,25 грамм, который креплю 5 сантиметров перед крючком. Всем привет! Выехал на речку Южный Буг испытывать новый поплавочек. Утрецо, туман, гладь на воде. У меня сегодня самодельная кашка супер-пупер на карасика. Делал ее по такому рецепту. Добавляю 2 части жареной макухи, 2 части панировочных сухарей. Заливаю кипятком и 3 зубчика чеснока. Все перемешиваю, кашка готова. Делаю непосредственно перед рыбалкой. Рыбачить я буду на ультралайт, который покупал в Алиэкспрессе. Катушка Дайва Экселлер, покупал там же. Кому интересно, ссылочки оставлю в описании. Лучшая наживка на карасика – это навозный червь, не магазинный.
клювочка. Ну давай. Есть. Ох, повело. Хороший карасик. Куда? Шикарный карасик клюнул. Дергается какая, наверное, плотвица. Ого. Куда карасик. Ой, это ж ультралайт, сейчас еще сломаю. Вот такой замечательный карасик, самый вкусный размер. Вкусный карасик буговой. У нас тут дно каменистое. Илом не пахнет. Вот и карасик пошел. Чему я очень рад. Давно ждал. Уже кувшинка начала вылазить. Красавец. Приятно таких карасиков ловить на поплавок. Тем более вдвойне, если поплавок самодельный. Пару часиков порыбачил. Времени, к сожалению, больше нет. Хочу взвесить самого крупного карасика. Кстати, ребята, завтра хочу вернуться сюда с боковым кивком. Так что ждите новое видео. В принципе, вот таких три карасика одинаковых поймал. И пару чуть поменьше. 490 грамм. Конечно, не 700 грамм, как я в прошлом году ловил. Но тоже хорошенький. Таких приятно ловить. Ребята, если видео по изготовлению поплавка понравилось и было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.